Более того, для Минского «Динамо» сегодня очень значимая дата. Ровно 16 лет назад, 24 мая 2003 года, Минское «Динамо» в последний раз выиграло Кубок Беларуси. Тогда на финалах Кубка Беларуси, который состоится послезавтра в Витебске. Но команды не смогли пройти своих оппонентов. Ислыч уступила Солигорскому «Шахтеру», Минское «Динамо» пропустило вперед, соответственно, Витебск. И теперь команды уже не участвуют. И все, вводит «Динамо» мяч с центра поля. Игра началась. Было у «Шахтера» до того, как он сыграл свой матч в этом туре. Но что касается игроков «Ислыча», очень аккуратно они высказываются о перспективах. Передача Макарова. Можно бить из этой ситуации и Рекеш выше ворот. Да, отличный пас от восьмого номера. А вот в последующих поединках было не все так хорошо. Удар по воротам от Комаровского, но рядом со штангой. В общем-то, ничего не предвещало опасности. Кажется, что успевали защитники накрыть удар Дмитрия. Но Тигиев отличается хорошей скоростью. Быстро он его догоняет. Передача в штрафную. Мамоян Сане обгоняет Плотникова и пускает мяч за пределы поля. Отличная сейчас была возможность у Мамоян Сане. Зубович. Можно врываться в штрафную, но здесь здорово действует концевой. Вновь с мячом Чочеев, Зубович. Муниру можно бить, но выше ворот. Неплохая была позиция для того, чтобы бить по воротам, но сумел забить в двух дебютных встречах. Это были поединки против Слуцка и против Гомеля. Также интересный факт, что Беларусь — это первая европейская страна для Стефана. Об этом чуть позже. В атаке «Динамо» удар по воротам, но блокирует его Сергей Макаров и зарабатывает «Динамо» первой угловой. Да, Чочев очень здорово подхватил мяч на линии штрафной. Белорусская федерация футбола будет его разбирать уже по прошествии этого матча. Выстрел от Комаровского. Максим Плотников на месте. Казалось, удар идет мимо правой штанги, но тем не менее со Слуцком помог он забить Фатай. Тогда очень активно Богомольский прессинговал. В 18:45 начнется встреча между Батэ и Слуцком в Борисове. И в 20:45 Днепро примет удар по воротам чуть позже от Днепро. Здорово бьет в этой ситуации Сергей Карпович. Вот первый действительно опасный момент у нас возник на 49-й минуте матча. Тео нашел Карповича на линии штраф. Хорошо по задумке, не очень по исполнению. Длинный заброс на Богомольского. Может Егор убегать. Следует пас на Зубовича. Зубович входит в штрафную. Убирает концевого. Прострел в штрафную. Богомольский не дотягивается до мяча. Прекрасный момент теперь у Минского «Динамо». Очень здорово. Два Егора разыграли эту ситуацию. Зубович ворвался в штрафную. Прострелил на Богомольского и у молодого форварда. Совсем немного не получает мяч под свой контроль и старается протащить его по флангу, но потом найти своего партнера не выходит. Шитов на правом фланге. Может здесь что-то получиться. Навес штрафную. Удар по воротам, но пролетает мяч вновь мимо. Богомольский. Вторая возможность. И вторая потрясающая. Богомольский вновь мог открывать счет как в этом матче, так и счет своим мячам штрафной. Да, именно он это и делает. Удар по воротам, но выше ворот. Да, наверное, здесь сыграла роль долгая пауза перед штрафным. Сначала была выполнена замена, потом передача налево. Здесь Данила уходит от концевого. Свободная зона перед Данила. Бьет он в ближний и зарабатывает угловой. Да, сейчас бельгиец, который в серии обманных движений. Передача на Муниру. Здорово находит Копленко. Удар по воротам! Перекладина! Богомольский первый на мяче. И как же не попадает футболист! Третья потрясающая возможность была у Егора для того, чтобы забить в этом матче. Ну, давайте отметим Никиту Копленко. Ну, потрясающий же был удар. Давайте еще раз посмотрим. Удар по воротам. Хаткевич спасает. И Богомольский фактически без какого-то сопротивления мог поражать пустую рамку ворот. Но вновь сыграл не очень расторопно. Да, действительно, сделать это было не так просто. Мяч находился где-то на уровне. Не слишком быстро он возвращается на свою позицию. Есть возможность. Ой-ой-ой, как же ошибается футболист «Динамо». Но первый Плотников на мяче. Да, и здесь Мамоян Сане еще заехал молодому голкиперу Минского «Динамо». Да, казалось бы, следует передача в офсайд. Но Тигиев вновь его любимая левая бровка. И пока что никто не встречает.
Заброс вперед, Белоног входит в штрафную, убегает от концевого прострела во вратарскую. Ну как же, ты не забиваешь, Егор Богомольский, уже пятая возможность, наверное, была. Прострел вновь в штрафную. Вновь Богомольский, удар по воротам. И Гаврилович. На самом деле стоит отметить, что Шитов чуть более предпочтительно смотрелся, когда он играл из глубины на позиции правого защитника. А сейчас та возможность, где он бегает в полузащите, не до конца его раскрывает. Тем не менее, Белоног с мячом, можно бить поворотом, удар поворотом и гол! Динамо открывает счет! Дмитрий Белоног, 89-я минута, счет 1-0. Максим Плотников даже подбегает порадоваться к нему. Что ж, минские динамовцы лучше смотрелись в последние 20-25 минут. Наверное, 4-5 возможностей было у Богомольского для того, чтобы открыть счет в этом матче. Не получилось у молодого форварда, получилось у другого. Дмитрий Белоног отлично убрал своего оппонента на левом фланге и пробил в незащищенный левый. Аткевич показывает вперед, вперед, я выбиваю. Следует передача в сторону Уэсли Джона. Не хватает немного этому футболисту выбора позиции. Недаром, что он выступает в защите. И дает Дмитрий Доля финальный свисток. Завершается матч между Минским Динамо и Ислачью. Хозяева побеждают со счетом 1-0. Единственный гол забил на 89-й минуте Дмитрий Белоног.